Доброго здоров'я! Ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Аспим». І сьогодні гість нашої студії – відомий у Сумах фітнес-тренер Ольга Назарова. Ми раді вас бачити. Здравствуйте. Олечка, ну, неожиданно для нас кухня. В этот раз у нас человек со здоровым образом жизни, не связанный с политикой совершенно. Не с политичного местного бума. Да. Вот. Поэтому мы, конечно, ждем чего-то вкусного и полезного. Да. И интересного. Интересного, да. Ольга Назарова, тренер с фитнесу. Народилася 21 вересня 1979 року в місті Суми. Закінчила Сумський державний педагогічний університет за спеціальністю фізична культура, валеологія, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи. 14 років працює інструктором групових занять з фітнесу, персональним тренером у тренажерному залі. Одружена, має доньку. А сьогодні ми будемо готувати рибку, дуже красиву рибку, дуже вкусну. Це рибка дорада. Вона швидко готується. Вона легенька, да? Так, вона дуже, ну, скажімо, не то, що постна, а дієтична, можна так сказати. В ній дуже мало калорій. В ній где-то жира, где-то 1,3% жира на 100 грам м'яса. Зато дуже багато, дуже полезно, тут дуже багато білка. Где-то около 20 грамм. А чем измеряется жир? Жир, вот как вы измеряете жир? Вы можете на глаз сказать? Я могу сказать, как измеряется жир на человека. А вот на рыбке вот, не могу сказать. Да, у человека понятно. Есть специальный прибор такой вот для человека. Для человека? Да, то есть да. Можно измерить? Да. А вы с собой случайно его не взяли? А не надо. Нет. Не надо? Не нужно. Да я бы на себе попробовал. Ладно, хорошо, давайте приступаем. Так, что нужно с ней делать? Что мы будем делать сейчас? Значит, рыбку мы будем запекать. Нам сейчас нужно обрезать плавнички, сделать надрезики и лимончик. Лимончик вставляем. Хорошо. Так. Мы делаем соус. Делаем соус чесночный с оливковым маслом. Туда базилик, тимьян. Это все перемешиваем. И сверху заливаем. У нас впервые на нашей кухне человек, который действительно, вот мы говорим, что не с политического бомонда. Ну, людям надоели немножко выборы. Сейчас все заполитизированы. Наверное, даже не немножко. Наверное, даже не немножко. А вот как вы... В каких отношениях с политикой? Следите за политическими событиями? Ну, конечно, в наше время сейчас, конечно, нужно обязательно следить за новостями, потому что все, что творится у нас на Украине, это не очень хорошо, и это отражается, в принципе, на всех, на бизнесе, на людях, на здоровье, ну, на всем. Поэтому, конечно же, болеем за нашу Украину. А много людей вот в связи с такой ситуацией, и финансовой, и политической, сейчас занимаются спортом? Вот их больше становится в такие, скажем так, кризисные для страны моменты или меньше? Ну, на самом деле, люди все больше и больше приходят к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы заниматься, чтобы поддерживать здоровье и форму. Но сейчас, да, сейчас люди начинают задумываться, что им важнее, скорее всего. Вот, переоценка ценностей какая-то идет, да? То есть... нет, они понимают, это наверное, связано просто с бюджетом. То есть человек думает, или ему прийти заниматься спортом, да, фитнес-центр, или же ему нужно как-то прожить. Ну, это, я надеюсь, не так дорого, вот, абонент. Ну, абонемент, может, да, вот персональное занятие, конечно, дорого. То есть человек приходит, может взять просто обычный абонемент, а вот персональное – это уже привилегия, скажем так. Ага. Я все правильно сделал? Давайте. Или хвосты тоже обрезать? Нет, хвостики не нужно, голову тоже оставляем. А вот это тоже оставляем? Это тоже все обрезаем. Плавнички. Плавнички обрезаем. Плавнички обрезаем. Ух! И нам для соуса что нужно? Нам нужно соевое, оливковое масло. Есть? Чеснок. 6 зубочков. И ножик, пожалуйста, если можно. Даю ножики. И Настя достанет. Так. Политикам надо много здоровья. 6 зубочков чесночка. А нам сколько надо здоровья, чтобы переносить наших политиков? Поэтому, конечно, я думаю, что здоровый образ жизни, він на часі. Розмова про нього на часі.
Вот ну, вы так мастерски подсчитали, сколько там калорий и так далее. И вот что, каждый день... Калории считаете? Считаете? Нет, не обязательно считать калории. Просто достаточно понимать о здоровой пище, да? Да, что полезно, а что, где, где много консервантов, скажем так, да. И просто обращать внимание на этикетки в магазинах и смотреть калорийность продуктов. И просто стараться употреблять менее жирную пищу. А чаще всего это наши продукты или все-таки заграничные какие-то? Или то, что наше, оно как-то нам, организму нашему лучше? Нет, ну, конечно, если брать овощи и фрукты, то, естественно, наши овощи и фрукты – это не обсуждается даже, это все наше. Вот. Ну, остальное, что касается, ну, молочные продукты, естественно, что же наши. То есть стараемся брать менее жирное, да, менее жирное молоко, тот же самый кефир, творог, чтобы был маленький процент жира. Потому что все-таки… А у бабушек? Молоко натуральное? Ну… Мы, например, не берем у бабушек жирный творог, вот, потому что неизвестно, как он там. Особенно летом? Да. Так. Как они его делают, в каких условиях. Я все правильно сделал? Да. Еще что? А, вот еще плавнички. Так, нам, наверное, зубочков хватит. Так, какие блюда чаще всего Оля готовит на ужин, например? Едят в спортивных семьях. Да. Ну, мужу готовлю очень, скажем так, диетические блюда, потому что режим, да, спортивный? Ну да, здоровый образ жизни все-таки хочется поддерживать нежирными продуктами, потому что это все-таки влияет и на сосуды, те же самые, та же жирная пища, да, это проблемы с сердечно-сосудистой системой, также борща, может, не требует? Хочу борща. Готовлю борщ, честно говорю, готовлю. Борщ – это блюдо, это не обсуждаемое. Или какая еда? Да. Традиционная. Это, наверное, не обсуждается. Это украинский борщ. А сало? Он нужен. А сало? Ну и сало то же самое. Тоже? Так сало мы отнесем все-таки к диетическим продуктам или к каким? А сало? Да. А между прочим, сало, оно очень богато жирными кислотами. Оно нужно. Нужно. Жирами, да. Главное количество, да? Главное, сколько его съесть. Кстати, тонкую натуру хлебом не корми, а дай поесть как следует. Геннадий Малкин. Что мы делаем дальше? Мы делаем надрезики в рыбке. Надрезики, так? Хорошо, надрезики. Давайте я могу это сделать. Так, вы будете. Да, я сейчас большой, да. То есть у нас на Саныч рыбу большой. Хорошо, я тогда буду резать. Ножичек возьму, так мне будет проще. Давайте, тогда будет хорошо, много, хорошо. Потому что... Вот. Наклон в какую-то сторону делать? Вот так, да? По ходу. Вот так? Да. Больше не надо, да? Вот так. Вот. Да, 4 надрезика можно все делать. Все, прекрасно. Саныч, у фитнес-тренера спросить, наклон в какую сторону делать? Ну, а как же? Техника. Наклон надреза. Да. Все серьезно. А как вообще пришли к такому... Образу жизни. Образу жизни. Вообще, я всю жизнь занималась спортом. Как-то меня родители приучили к движению, скажем так. То конькобежный спорт был, то танцы. Потом как-то судьба меня свела. Вот, пришла в тренажерный зал. Так. Познакомилась с будущим мужем. Вот, он как был так вот наставником. Дальше пошла учиться именно в этой сфере, в спорт. Начала преподавать. Сначала танцы у деток. Затем оздоровительную группу вела. И персонально в тренажерном зале уже занималась. Ну, преподавать, наверное, это как бы не каждому дано. Все-таки, особенно с детками общаюсь. Ну, просто интересно стало? С детьми сложно, конечно. Но если иметь педагогическую практику, можно деткам найти подход любой. Так, какое же это образование надо было получить изначально, чтобы потом им не воспользоваться, я так понимаю? Педагогическое. То есть воспользовались. Воспользовалась. Так, Олечка, я очень красивые надрезы сделала на рыбке. Что очень теперь? Очень красивые. Вот теперь мы в эти надрезы, наверное, скорее всего, солькой мы сначала посыпем. Солькой, хорошо. Солькой. А дальше уже в эти надрезы красиво вставим вот эти вот
ломтики тонко. Вот такие вот лимончики. Да. Когда Сан Саныч встает на работе, то для него отдых – это пробежечка где-нибудь там вокруг Чешки. А у вас работа – это спорт. Как вы отдыхаете? Как вы вот… Действительно, вот это интересно. Вы знаете, если человек, наверное, ведет активный образ жизни, наверное, и отдых активный. Потому что, конечно, хочется и отдохнуть от физической нагрузки, и просто вот расслабиться где-то на солнышке, погреться, если это лето, да. Ну, на самом деле, настолько накапливается энергии, что отдыхать пассивно просто даже не хочется, да? Ну, а конкретно? И как же мы отдыхаем? Как мы отдыхаем? Да. Ну, летом мы любим на велосипедах делать прогулки, да. Вот, сколько километров? Ой, да там прям соревнования у нас по километражу. Ну, 50 километров выезжаем. О. Ну, это даже не предел. Вот так вот. Так это целая команда. Точно, да. Такие же любители, да, здорового, активисты, да. Спортсмены. Ясно. Вот, так что. А друзья, наверное, тоже все как-то связаны со спортом, да, из этой среды или нет? Ну да, конечно, конечно. У нас все взаимосвязано. Семью любимое, там нашли. Любимое дело, оно друзей привлекает и друзей, и друзьям нравится, они также и с ним занимаются, также ездят. А мне интересно, вот, Оль, в процентном как бы соотношении, кто сейчас больше приделяет внимание своему здоровью, мужчины или женщины? Интересный вопрос, на самом деле. Ну, потому что хочется сказать сразу женщине. Ну, вы знаете, вот смотрите, мы вот недавно проводили соревнования, Сергей Иванович Танчик, да, вот мой муж, он каждый год проводит соревнования. Соревнования по бодибилдингу, по фитнесу. И с каждым годом все больше и больше людей, молодежи привлекаются вот именно к этому виду спорта. В этом году вот мы проводили, приехала с Харькова очень много девочек по фитнесу, бикини. То есть это радует. Саныч, пропустили мероприятие? Бикини, фитнес. Да, было очень хорошее шоу. Я не пропустил, я все видел, я тебе говорил просто. Вот так. Такие мероприятия нельзя пропускать. Девушки не посещают, мужчинам интереснее больше. Вот. Поэтому приехало очень много девчонок, все были в хорошей форме, все были сухие, подтянутые. То есть с каждым годом все больше и больше. Все-таки даже средства массовой информации, интернет, сейчас все есть, люди черпают информацию, хотят заниматься, хотят хорошо выглядеть. Вот сухие, мне нравится вот эта формулировка из уст женщины по отношению к женщинам, девушек сухие. А вот мне подобаются жінки, в яких, я казав, мокрые, да? Скляренко. Це був такий режисер видатний, який будував, який відкривав і започатковував театр «Березіль» в Харкові з Лесем Курбасом. Він казав, що у жінки повинно бути багато ламаних ліній. Вот. Вот так, да? Вот как на картинах. Ну, у каждого свои идеалы, на понимаете? Картинах Рубенса, Веласкеса. Ну, эпохи Возрождения. Ну, это же та эпоха. Оля как раз сейчас помогает избавиться от ламаных линий. Это очень интересно. Вы знаете, идеальных форм нет, понимаете? Да, я хотя девушки и стремятся к красивым формам и быть худенькими, но на самом деле у каждого ваш свой идеал. Что природа дала, в принципе. Просто нужно поддерживать и хорошо здоровье, чтобы было. Кстати, хуже жены, которая умеет готовить и не готовит, может быть только жена, которая не умеет готовить и готовит. Матч Мюррей. Да, идет масло где-то. Так, хорошо. Переворачивать рыбку. 6 ложек, ну, пускай сколько хочется. А рыбку сейчас еще, наверное, вот тут. Вот сюда, вот здесь. Ага, здесь. Вот. Маленький такой вот. Так, и вот эти специи, да? Ага, да, и специи где-то по чайной ложечке. Угу. Тимьяна, Саша, и базилик. Мне, пожалуйста. Даю вот эту и вот эту. Половично. Так, сейчас мы вот эту красоту делаем. Это надо, так, чтобы оно туда не провалилось. Да нет, мы сейчас все будет красоты. Так. Есть. Так, вот это можно еще. Красивенько. Можно, да, побольше можно. Включаем фантазию. Кухня – это… Полная импровизация, да? Абсолютно.
Это как настоящее искусство приготовления пищи. На кухню нельзя заходить с плохими мыслями и без фантазии. Вот. В любом случае, это красиво. Угу. И этот еще. Давай. Уже у вас красиво получилось. Вот я тоже говорю, вот это уже произведение искусства. Да, так вы и не закончили. Что вы готовите дома? Вот? Я вас перебил, на борще мы остановились, вернее, перешли быстро к салу. Какие блюда готовите чаще всего? Я понял, что не жирные. Знаете, особо не извращаюсь в каких-то блюдах ресторанного приготовления, такие красивые. То есть достаточно простая пища. То есть это больше отварное, больше пареное, больше там вот... Меньше жареного, да? Меньше жареного, конечно. Вот. А здесь уже хорошо. Вот. И здесь все как положено. Так. Настюш, вот сюда две, обе. Вот, конечно, эту диетическую рыбку, конечно, дорада, я бы предпочла вечером. Потому что она не совсем жирная. Да. Да, она быстро готовится. Я уже вижу по этой рыбке, что я бы ее предпочел и в обед, и вечером, и ночью. То есть, а тут у нас чеснок и травы. Да, чеснок, базилик и тимьян. И оливковое масло. Я представляю, какой сейчас будет запах. Это может, конечно, много чеснока, но, я думаю... Много чеснока не бывает. Как и много перца. Вот мужчины любят чеснок. Эта рыбка вам больше понравилась, вы так на нее очень густо, а на остальные две она осталось она просто меньше. Подмигивает, лежит. Вот, что я посоветую женщинам, девушкам? Прежде всего, это здоровый образ жизни, это правильное питание, это режим дня, это двигательная активность. Что касается питания, то, как же говорила уже, нежирную пищу, менее калорийную. Исключить вредные привычки. Да, меньше жареного, меньше мучного, меньше сладкого. Вообще ничего первую нельзя, половину, почему нельзя? Это нужно к этому прийти. Нужно просто объяснять, рассказывать людям. Получается это делать? Вообще часто бывает такое, что рассказываете кому-то, люди, что так стоит делать? Многие пытаются это делать, но срываются. Вот пытаются садиться на диеты какие-то там, не знаю, кефирные, там, яблочные диеты. Пытаются похудеть, они сбрасывают вес. Это потом чревато какими-то последствиями. То есть кожа, ногти, волосы, они лишены витаминов, там, В, группу В, да, лишены каких-то микроэлементов и всего нужного, то, что получают с питанием. Вот. Естественно, срываются, потом опять поправляются и закрывают на это глаза и говорят, ничего не получается, и на этом все, точка. Вот, поэтому, когда человек приходит к нам в зал, конечно, нужно объяснять, рассказывать. И мотивировать, и главное да? это похудеть, и главное удержать. Главное удержать вес. Для греческого салата что нам нужно? Лук нужен? Лук нужен. Хорошо, так, я жертва чеснока, забираю себе помидор. Простите, конечно. Настя уже занимается. Я уже все. Чесночком не хочешь? Нет? Нет, спасибо. Хорошо, я с удовольствием займусь. Я, в общем, на себя беру все, как их называют, вот эти... Так, режем все так, чтобы было удобно кушать, да? Фитонцидные продукты. Так, как мы будем резать не сильно мелко, но... Афродизиак. Так, да. Помидорки, так, если нормально будут, или мельче еще? Нормально, я думаю, нормально. Так, мне вот интересно, семья получается спортивная. Какое-то соперничество у вас там существует? Или наоборот поддерживаете друг друга? Соперничество? Наверное, вряд ли нет соперничества. Как может быть соперничество между... Вот у тебя больше наград, у меня меньше. Ты заслуженный, я не заслуженный. И так далее. Нет? Нет, в нашей ситуации нет, потому что все-таки я училась у мужа, скажем так, всем прелестям и знаниям. Формат порезки лука. Ну, кубиками, да? Хорошо. Соломка, кубики. Все. Да. Так соломка или кубики? Мы соломка сделаем, да? Можете полукольцами. Полукольцами, давайте полукольцами. Полукольцами, да. Все, есть. Давайте.
Поэтому, так как, получается, муж это мастер, да, и никто вот, с ним вот не когда спорит. Я только муж пришла... это вообще гуру. Да, понятно. Нечего с ним спорить, особенно на кухне. Вот когда только пришла в зал, да, вот я слушала его, я слушала, что он объясняет там женщинам, угу. мужчинам, да, как о правильном питании, том же, да, как следить за собой, чтобы не сорваться, чтобы не набирать вес. Сорваться вот. На что? Еду. На еду вдруг ночью. Да. Мне а нравится. Знаете, как тяжело спортсменам? Да? Представьте, они сидят на диете, вот особенно перед соревнованием. А им так хочется сладенького, они так хочется вся. Чего-то, да. Вот они боятся сорваться. Психика, знаете, как у них какая? У них не знаю. Знаю у себя. Нам хоть поесть можно, Сан Саныч. Вот. Хотя знаю, что самое главное – диета, рот на замок. А вообще спортивное меню, оно как-то отличается от меню обычного человека? Обычного человека? Да. Очень отличается, очень отличается. Даже по режиму, вот как обычный человек. Встает, что на быструю руку он вам перехватил завтрак угу. какой-то там легенький, да, побежал на работу, на работе тоже все на ходу, и вечером приходим, наедаемся. Вот такой обычный рацион, да, человека. Естественно, что на ночь обменные процессы замедляются. Вот, пища не особо усваивается, а если еще он налупился чего-то жирного такого, да, оно у него там бродит. Это налупился, в животе. Это очень хорошее слово. Да? Очень, оно правильное. Я не вижу, так сказала, да, но на самом деле это так и есть. Оно главное правильное. Вот, поэтому люди поправляются, да, набирают, за целый день ничего не едят, поэтому нужно питаться часто, понемножку, дробно. Отделять углеводы от белков, то есть стараться есть... Так, переведите на русский язык. Да, что пожалуйста. Это означает? Вот я тоже много слышал об этом, но вот как-то... Угу. Ну, смотрите, вот вообще лучше, конечно, первую половину дня есть больше, более углеводную пищу. Это какую? Более углеводная, это каша. Угу. Это медленный углевод. Каши, да, есть, любые каши или какие-то вот более полезные? Ну, конечно, лучше овсяная каша, да. Лучше с отрубями. То есть это полезно для желудка. Макароны, не могу сказать, что макароны диетическое блюдо, но, в принципе, если твердых сортов макароны, можно... Иногда лучше, себя, конечно, да? Лучше всего в первой половине дня есть овсянку, овсяную кашу. Можно там кураги, изюмчика добавить, такого плана. Вот. Ну, вот вторую половину дня лучше белковую. Белок – это рыба, это мясо, это, ну, то есть животное растительного происхождения, любой белок, да, кто как привык, да. Если, конечно, это вегетарианцы, они могут, конечно, съесть и... Есть здесь такие? Да. Да. Растительного происхождения белок, ну... Фасоль. Я вот, насколько знаю, ну, в нашем, как бы, виде спорта мужчины больше предпочитают... больше мяса. Куриное. Странно, вот, да? Куриное белок, и телятина, да? Ну, белок мясного происхождения, то есть не растительного. То есть, да, это курица, это, ну, диетический кроль, телятина, там, да, телятина, рыбка. Индейка, вот рыбка, да. Вот, ну, лучше всего на ночь, конечно, рыбку, она легкая. Она легкое так. мясо, вот, а которое можете. Быстренько усваивается. Да. Вот. Ну, и в крайнем поэтому... случае, дешевле кураги. Потому что, когда я посмотрел, что курага сейчас на базарчике 100 гривен килограмм, куплю-ка я рыбы, подумал Сан Саныч, да? Да. Это получается килограмм 5 легко усвояемой нашей украинской недоразвитой рыбы. Да. Держи. Угу. Так, мне так, вот а это, оно настолько вот... Было. Ой, чуть-чуть сверху. Ой, я не могу уже. Запах. Уже запахи, да. Давайте уже его быстрее ставить, уже есть хочется. Да, так я давайте тоже. Ставить, я да, тоже уже, так думаю, духовка уже духовка нагрелась. У нас уже давным-давно нагрелась, она говорит, ребята, рыбу давайте. Тут им сверху посыпем? Они итальянские как были, нет? Да вообще нет, греческий салат не надо. Что у вас за секреты? Заливаем. Что у вас за секреты от зрителей? Нет, секретики. Ведущего. Так, и оливковое масло, да? Красоту нашу. Да. Я думаю, поставим, да? Угу.
Так, и сколько отличника. Здесь у нас будет плавать рыбка? Так, градусов мы ставим с, значит, 200, 210, и на 20 минут мы в духовочку ее. Так, засекаем. Олечка, а скажите, пожалуйста, вот я понимаю, тренеру, который работает, преподает фитнес, как бы вроде я неправильный вопрос задаю, да? Но тем не менее, вот у человека, скажем так, у него нет денег ходить и заниматься фитнесом, ну, платить деньги. Но тем не менее, он хочет как бы... Держать себя в форме. Хорошо, да, выглядит, да? Хорошо выглядеть, да, держать себя в форме. Вот, я понимаю, что больше двигаться, но как? Вот человек, в принципе, он идет на работу, ну, грубо говоря, к 9 и до 6 у него рабочий день. Вот как ему? Как двигаться? Знаете, есть зарядка. Зарядка руками, пальчиками, да, ногами. Ну, там. То есть даже на рабочем месте это можно делать? Абсолютно. Можно разные придумать упражнения, то есть пассивные, активные. Но это то, что касается, ну, сидячего образа жизни, да, когда человек сидит, не двигается. То есть в любом случае нужно как делать паузу, да, вставать, там час поработал, там 45 минут, встать, походить, сделать зарядочку какую-то там, то есть размяться. Ну, у кого насколько хватает фантазии и возможностей заниматься спортом? Заставляет себя идти в зал. А бег, он для всех полезен? Не могу сказать, что для всех полезен. Если, например, это тучная, там, полная женщина, да, или мужчина, у которого там проблемы с сердцем, естественно, бег не с ним, потому что это нагрузка на суставы идет, это нагрузка на сердце. Вот для этого существуют, например, тренажерные залы, те же, для этого существует плавание. То есть, вот чем хорошо плавание? Тем, что человек не травмирует себя абсолютно. То есть вода его удерживает. Естественная среда для него, да? Да, он, нагрузка не идет на суставы, не идет особо на сердце. То есть, вот чем хорошо плавание. Кстати, толстенькие живут меньше, зато едят больше. Станислав Ежеглец. Я предлагаю от нашего пивного спонсора живое псельское пиво. Ух ты. Да. Класс. Как, кстати, спортсмены относятся к спиртному? Понятно, что спортсмены к спиртному относятся плохо, но что-то... Нет, можно, хорошо наоборот. Что-то почему? Можно, нет, что-то нельзя. И, знаете, не спортсмены плохо к спиртному относятся, а те люди, которые ведут здоровый образ жизни, то они просто думают, а нужно ли нам лишние калории там, или там нужные там, ну, для здоровья не очень хорошо, да, там, спиртное. Но, в принципе, если взять, например, вино сухое, да, оно очень полезно, его рекомендуют, красное, белое. Литра два или сколько? Пиво, например, почему? В день 100 грамм, это очень даже полезно, сухого вина. А вот к рыбке вот было бы хорошо белое. То есть живое пиво, тоже можно, ну, пиво, да? Пиво тоже можно, да, оно полезно, это сок. Тем более это живое. Живое, да. Сельское пиво, это живое пиво, поэтому я думаю, что тоже к нему. Ну, да. Давайте. Ну, раздавайте. На троих. Сообразим. Чтобы у нас все получилось. С рыбкой имеется в виду. Да. Греческий у нас, в принципе, тут настоялся уже. Помидорчики пустили сок. Может, мне его перемешать? Ну, да, так, чтобы фета не распалась. Аккуратненько. Чтобы фета... Как-то аккуратненько его... Ну, я попытаюсь, конечно, я не буду мешать топором, я попытаюсь ложкой все-таки. Угу. Вот. Все-таки красота будет сохранилась как-то. Красота сохранится. Последние осенние витаминчики. А, вот, кстати, зима начинается. Что делать, вот, если нет свежих овощей, а привозные какие-то, вот, чем заменять? Потому что все сейчас начнут делать вот эти вот майонезные салаты и прочее. Новый год впереди. Есть же овощи. Можно есть овощи, делать соки с них. Ну, как заменять? Витамины, конечно, фруктовые витамины не заменишь, да? Конечно, ничем. Ну, в зимнее время, конечно, лучше пищу такую, чтобы она была богата углеводом, более калорийную, потому что все-таки тратится зима. Энергия, да, 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 тратится энергия и на обогрев организма, и на все остальное. Поэтому лучше более-менее такое поуглеводней. А вот майонезики? Майонезики. Ну, это же жир. Это же, вернее, это же холестерин. Целлюлитики. Целлюлитики. Майонезики, да? Майонезики, целлюлитики. Так, Сан Саныч, хватит. Мы уже увлеклись. Ну, не знаю. Мне вот нравится. Ну, как-то уже каша. Почему? Хватит. Хорошо, все. Прекращайте. Ой. Да ну, обалденный салат. Так, у нас рыбка, я думаю, уже, в принципе, готова.
Будем доставать? Ну, я думаю, что давайте уже смотреть. Пора. Давайте посмотрим. Я... Давайте на нее посмотрим. Уже очень давно хочу. Ой, как она скворчит. Красивая. Красота. Да, можно... Так. Можно посмотреть, да? Я могу достать. Давай. Пожалуйста. Давай. Аккуратненько. Я даже отойду. Опа. Угу. Это... Смотреть. Это просто праздник какой-то. Это смотреть невозможно. Вилочку. Так, даю. Вилочка. И мы оцениваем. Так, что у нас тут? Вроде бы готово, господа. Но она готова уже давным-давно. Да? Она должна быть немножко такая сочненькая, да? Да, чуть-чуть она должна быть как вот грилем. Вот, присушенная вот немного, вот, запеченная корочкой. Ну, я думаю, у нас все получилось. Мы справились. Кто бы в этом сомневался? Вот. Угу. Это же ж невозможно же ж смотреть. Есть. Уже ж слюнки текут, да? Уже хочется. Это непередаваемо. Кстати, как-то она получилась так красиво, не распалась. Она не должна была распаться. Нет, ну я понимаю. Но... Здесь такое тугое мясо. Одно мясо. Костей практически нет. Чем мне нравится вот эта рыба? Да, это, я так понял, да, что мне, как самому большому, самую маленькую рыбу. Мы поделимся. Спасибо, девочки. Сан Саныч, давайте тогда с салатиком приправим все это дело, да? Угу. Тогда давайте приправляйте. Угу. Ложечка. Да. Ложечку даю специально. Давайте. Так. Давайте. Это все насколько красиво. Так. Угу. Так. Ой, салатик у нас перемешанный сильно, но ну, красивый. Ничего. Угу. Вам много салат? Нет, мне как всем. Это насколько красиво смотрится. Как-то у нас много было разных блюд. Да, очень. Но красиво. Вот это эстетично и красиво. Ну, для если камеры. Бы не было салата, может быть, было эстетично. Ну, салатик. Нет, почему? Он яркий. Салатом как ну, раз яркий. Очень хорошо. Сюда бы подошли овощи гриль, конечно бы. Ну, хочется попробовать уже. Пробуем. Что мы тут сделали? Так. И тишина. Угу. Все занят. Самый таинственный момент. Сочная. Обалденно. Очень вкусно. Просто обалденно. Супер. Да. У нас все получилось. Пропеклась отлично. Угу. И сочная при этом. Оль, то, что задумывали, так оно и получилось? Ну, в принципе, да, но хотелось бы, конечно, вот немножко вот корочки, вот такой вот золотистой корочки вот на рыбке, но... У нас заменил пропеченный лимончик ее. Она у нас и получилась не сухая, это хорошо. Да, очень вкусная. Спасибо за рецепт, а нашим глядачам я швиденько нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Ас Пиво» і... І гостем нашої студії, нашої політичної кухні була красуня, фітнес-тренер Ольга Назарова. Ми раді були вас бачити тут і дуже смачно справді. Спасибо і приємного апетиту. Залишайтесь з нами.